День рождения старого городка – всегда событие долгожданное, особенно когда в этот день преподносят подарки. Жители домов номер 6 и номер 7 по улице Школьная получили новую спортивно-игровую площадку. Это был, пожалуй, самый, наверное, запущенный двор. И сегодня, вы видите, он двор расцвел на радость всем. И мне хочется пожелать вам, уважаемые жители, чтобы этот двор становился с каждым годом краше и краше. Новейшее антитравматическое покрытие, игровой комплекс, тренажеры для занятий воркаутом. Это место обещает стать центром притяжения десятков мальчишек и девчонок со всего поселка. Вместе с площадкой благоустроили и двор. Вы посмотрите, что сделали. Это революция. Это 21 век. Нет такого двора даже в Москве, я вам скажу. Москвичи приезжали и завидуют. Долго шли к этой цели. Сначала мы рассчитывали только на малое, хотя бы бордюры, хотя бы асфальтик. Вот. Но на такую реконструкцию никто даже и не надеялся. И произошел тот, наверное, счастливый случай, когда желание жителей совпали с возможностью администрации. Ну а в парке в это время шли спортивные соревнования. Жители поселка выясняли, кто из них более ловкий и сильный. Тут же разместились и аттракционы для детей, батуты, ярмарка. Местные творческие коллективы заводили зрителей, которых в эти последние летние выходные было особенно много. Акробаты поражали своей силой, гибкостью и изяществом. Награды и подарки получили лучшие работники, юбиляры семейной жизни, многодетные родители, новорожденные. Ну а закончился вечер традиционным салютом. Анна Макарова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».